Пятилетняя Лиза перенесла несколько сложнейших операций, но впереди курс лечения, особое медицинское питание и средства, поддерживающие жизнедеятельность девочки. Было несколько операций на сердце, и после радикальной операции случились осложнения сильные. То есть у нее отказали почки, она была на ИВЛ несколько месяцев, ушла в кому. Внутриутробно поставили порок сердца. 13 апреля в Видновской школе номер 7 при поддержке Центра детского творчества «Импульс» пройдет благотворительный концерт и ярмарка детского творчества. Во время акции будет организован сбор денежных средств, и любой желающий сможет оставить сумму, которая пойдет на лечение Елизаветы. Инга Янчук, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.